Сейчас у нас на привале ученики 4 класса 14 школы. Отдыхаете? Да. Да. Мне понравился спорт, потому что он мне вообще с детства нравится. Чем? Мне нравится метать, бегать, прыгать. Я вообще с детства, у меня всегда по физкультуре 12, в школе 12. Мама говорит, что ты очень сильно спортивный мальчик, быстро бегаешь. Даже мама даже моя, когда была в 9 классе, обгоняла 11 класс. Я тоже сейчас 6 и 5 класс тоже обгоняю. Мне очень нравится спорт. Бегать, прыгать, метать. Вот занял разные места. Первое, второе, третье. Ну, хочу занять призовое место. Мне даже тренер сказал, если ты займешь призовое место, то больше шоколадку получишь. Если второе, то маленькую шоколадку. Если третье, то чупа-чупс. А с кем это спорт такой у вас был? Расскажите. С тренером. Представьте, пожалуйста, тренера, чтобы мы знали, с кого спросить потом сладости. И проверить, выполнил ли уговор. Представь, пожалуйста, тренера. Светлана Павловна. И Анатолий Петрович. Так ты с двоих шоколадки попросил? Нет, с одного. Если я проиграю там какое-то место, если четвертое там вообще проиграю, то я покупаю тренеру шоколадку. Ну, правильно. Можно просто так купить. Когда, кстати, займешь призовое место, мой тебе маленький совет, то ты тоже купи что-нибудь вкусненькое. Или цветы. Женщины очень любят цветы. Вы любите своего тренера? Да. За что? За что? За что? За то, что он добрый. За то, что тренирует нас постоянно. Что он всегда нас учит? Чему? Спорту. Там бегать, прыгать, метать. Стрельбки с места. Нас Светлана Павловна всему научила. А кроме спорта, вы можете подойти к ней о чем-то поговорить? Или поделиться своей темой? Она похожа нам как вторая мама. Она нас учила всему. Она, хоть мы иногда плохо себя вели, но она все равно, думаю, нас любила, и мы ее все равно любим. Почему любила? Ну, может, и любит сейчас, но по нашему поведению иногда бывает. Ну, вы не теряете ее любовь. Насколько я знаю, она у вас действительно замечательный и тренер, да, и преподаватель, да, и человек, и женщина. Что пожелаете себе, молодой человек-спортсмен, и своим друзьям? Желаю вам счастья, короче, чтобы вы выиграли первое место и призовое место, и попали в финал там куда-то. И себе тоже и пожелаю. И боевой дух поднять. Да. А как его можно поднять? Никогда не сдаваться. Я желаю... Всегда сильной и непереможной. Поддерживайте, да? Фигуру. Да, не меня, а вас. Поддерживать девочкам фигуру, а нам как бы силу. А я только хотела пожелать вам занять первое место, купить один огромный торт и всем вместе его съесть. Ну, у нас Геннадий сказал, что девушкам нужно соблюдать фигуру. Поэтому, да, девочки... Им это не грозит. Торт отпадает. Нет! Нет! Банкет отменяйте. Ну, тогда мальчишкам придется купить что? Фрукты? Да. Вот так. Манго.